Добрый день, дорогие зрители. Мы находимся в компании «Галор», производитель женской одежды. Расположены мы в ТК «Садовод», корпус А, павильон 2105. Можно отсканировать наш QR-код на ВК, там предоставлен полный ассортимент. И также прикрепляем для вас телеграм-канал. В описании будут все ссылочки на два наши павильона, куда можно будет обратиться за более подробной информацией и связаться с любым менеджером. Мы сегодня покажем вам нашу весеннюю коллекцию. У нас поступило очень много новинок, как и трикотажа, так и хлопка, шифона, джинсы. Начнем с образа. На мне бермуды пришли, они у нас пришли до 48 размерчика в двух цветах. На мне черный, есть еще бежевый оттенок. Оптовая цена на такую модельку 1150. В комплекте идет пояс. Моделька идет достаточно свободного плана. У меня рост 170 сантиметров. Она идет удлиненная, не короткая, сидит достаточно хорошо. Дополнили мы образ всеми любимыми уже третий-четвертый год. Мы их отшиваем рубашками из органзы. Сейчас они приехали у нас без стразиков, в четырех цветах. Приедет еще очень большая палитра. На них опт 950 рублей. Они идут универсального размера. Моделька идет удлиненная. Я ее заправила, но при моем росте она идет удлиненная. Добрый день. На мне трендовый лук. Это брючки кружевные Сенни. Здесь идет такой внутри подклад в виде шорт. Они идут в размерном ряде SML. Оптовая цена на такую модельку 1350 рублей. Это штучно. Если оптом вы берете от 5 штучек без разбивки, это 1150 рублей. Посадка здесь высокая, на резинке. Так что, в принципе, вот на мне S-ка, но вот как бы здесь и идет как SM. Сверху идет футболочка Симона в четырех расцветках. Это варенка с розовым цветком. Хочу заметить, что цветы у нас съемные, идут в комплекте. Черная расцветка, розовая и, как на мне, белая. Размер здесь универсальный, очень приятная к телу. Здесь хлопок стопроцентный. Можно также подвернуть. Вообще здесь длина идет полная, шортами с юбками можно вообще по-разному комплектовать. Так что это тренд 24-го года, что брючки, что футболочка. Давайте тогда, раз мы начали уже рассказывать про футболки, давайте пройдем тогда к стенду, где висят наши футболки. Так, помимо наших футболок с цветками, у нас есть варенки без цветков. То есть данная модель актуальна для маркетплейса. Это моделька Ева. У нас здесь 5 расцветок, вообще идет 6 расцветок, еще черные. Посмотрите, какое качество варенки. Я сделаю поближе. Пожалуйста. Оптовая цена на данную модель 1050 рублей. Есть укороченные модельки. Здесь тоже идет очень приятная ткань. Хлопок 900 рублей оптовая цена. Также возвращаемся к трендам. Это футболки со стразами. Надписи разные. План туда-сюда. Там вся миллионер. Варенка у нас 1250. ХБшные с такой же надписью 1200 рублей. Футболка сердцами с любовью от Галор 1050 рублей. Тоже очень много расцветок. Вообще у нас мы стараемся у каждой модели сделать обширную палитру, что дает прекрасную возможность для как бы ваших клиентов, кто там выкупает, вообще одевать девочек стильно. Здесь у нас футболки Индии, они идут в четырех расцветках. Посмотрите, как блестят стразы. Это у нас премиальная коллекция. 2200 оптовая цена на такую футболку. Здесь 100% хлоп. Следующая моделька, это моделька Айна в трех расцветках. Здесь идет футболка с имитацией майки. 1600 рублей оптовая цена. Как вы поняли, тренд 24-го года – это стразы. Девочки все любят стразы. Вот, пожалуйста, со звездами, тоже премиальная коллекция. В трех расцветках данная моделька, тоже 2200. 1150. Вообще очень много футболок, и это только начало весны, так что приходите, каждый день мы получаем новые модельки, успевайте, бронируйте. Это вот по футболкам, дальше у нас расскажет Оксана.
Дорогие наши, покажем вам нашумевшую нашу модельку из шифона. У нас приехали новые блузки Лила. Они у нас выполнены в стразах в трех цветах: белый, голубой и черный. Дополнен стразом. Это премиальный шифончик. Здесь идет акцент чокер на розу. Оптовая цена на такую модельку 1950. Она очень хорошо садится до 50-го размерчика. Моделька свободная, поэтому спокойно можете брать. Также мы получили очень много мокрого шелка. Он сейчас в тренде. У нас много отшито платьев в новой коллекции юбок. Конечно же, мы прислали отшили для вас любимые блузки. Они идут на запах. Здесь завязывается в виде корсета. Они у нас приехали в четырех цветах. Оптовая цена на такую модельку 1350. Она идет универсального размерчика. Расклешенный здесь рукавчик. Здесь получается оттенок мока, графит, белый и черный. Моделька идет укороченная, очень хорошо подойдет на наши новые брючки с высокой посадкой. Очень приятная на ощупь, не передается, насколько она блестит. Ткань дышащая, поэтому спешите, забирайте, моделька просто классная. Также у нас есть очень удачная моделька, тоже идет универсального размерчика. 42-50, она идет полностью на запах, идет два запаха, внутри и снаружи. Она пришла у нас только в двух цветах, молочный и белый. Она у нас отшивается на повторе, она очень хорошо залетела, оптовая цена на нее 1500, тоже идет из мокрого шелка жатка. Моделька универсальная, очень хорошо садится и на объемы, и на худеньких девочек. Поэтому пока они есть, пишите, мы вам подскажем по количеству, по наличию и забирайте. Также у нас есть всеми любимые кружева, рюшечки. Здесь моделька приехала в трех цветах: голубой, зеленый и белый. Оптовая цена на нее 1500. Она идет полностью на всех рабочих пуговицах, но она подходит 42-46. Тоже выполнено в мокром шелке. Дорогие наши, как же без стразов на рубашке? Здесь идет рубашка универсального размера. Она идет 42-52. Она выполнена в премиальном сегменте. Здесь спереди идут все в стразах. Сзади идет базовая моделька. Она у нас есть в четырех цветах. Оптовая цена на такую модельку 1950. Моделька идет удлиненно, у нее очень ярко выраженные, красивые, яркие цвета. При этом здесь мокрый шелк, достаточно плотный, ничего не просвечивается. Он есть в лаванде, беленький, мока, и еще есть голубой оттенок на такую модельку. Есть еще очень классный премиальный сегмент моделька. Она полностью выполнена в камнях, стразах, дорого, богато. Также покрыта в полном... Выполнена из плотного мокрого шелка. Ткань здесь дышащая. Моделька просто улетная. Идет очень универсал. Прям 42-52. Оптовая цена на такую модельку 2750. Они приехали в двух цветах. Голубой и белый. Есть модельки, которые более легкого варианта. Не крупно выполнены стразы, но блузка идет полностью выполнена вся в камнях, в трех цветах. Оптовая цена на нее 1300, универсального размера 42-48. Здесь три базовых оттенка, можно полностью комбинировать и с офисной одеждой, и пляжный вариант, и на выход. Ну, моделька просто классная, и по цене, проходящая для ребят, которые продают на маркетплейсах сейчас стразы, это очень актуально. Мы предоставляем полный пакет документов для ребят на маркетплейсе, маркировку, честный знак. Также есть Fulfillment, с которым мы сотрудничаем. Если вы только начинаете, на первых шагах мы готовы вам помочь в любом вашем вопросе. Можете обратиться к любому менеджеру, у которого будут указаны номера телефона в описании. Мы обязательно расскажем вам более подробную информацию. Дорогие наши, следующий лук на мне представлен из наших жилеток. Это жилетки Амаль. Они в трех расцветках. Как на мне: молочный, оливковый и черный. Смотрите, здесь подкладка такая качественная, толстая. Можно, как я, надевать на голое тело, либо комбинировать с рубашками, футболками, майками. Это все зависит от вашей фантазии. Данную модель я комбинировала с нашими шелковыми юбочками. На мне именно модель Наоми, то есть она идет полусолнцем. Здесь размерный ряд ML на замке, но сзади как бы на резиночке. У нас вообще очень много моделек
шелковых юбок, из мокрого шелка точнее. Вот эта моделька на резинке, это моделька Шани, она у нас представлена в трех расцветках. Есть модельки полностью на замках, полностью на резинке, как модель Иви. И у каждой модельки, еще раз повторяюсь, 3-4 расцветки, размер на ряд ML. Если мы говорим про цену, то от 1000 рублей и выше. По всем ценам и по наличию вы узнаете, уточняете у нас, у менеджеров, мы вас с удовольствием проконсультируем. Так, давайте, раз мы как бы уже начали, да, с юбок, тогда продолжим. Здесь юбки Фиби, 1950 оптовая цена, это втирка, тоже тренд 24 года. Здесь размерный ряд SMLXL с кармашками сзади. Тоже присмотритесь, классная моделька для шоурумов, для магазинов и вообще для носки. Большой ассортимент джинсовых юбок, мода циклична, так что мы возвращаемся все назад в 90-е, 80-е, так что тоже по наличию узнавайте у нас. Здесь костюмчики у нас бриль, они в трех расцветках, вот жилетка и брючки классические, графит, черный и шоколадный, и да, шоколадная расцветка. Здесь размерный ряд SML. Вот, так, дальше перейдем к пиджачкам. Пиджаки у нас по оптовой цене 2200. Это пиджаки Калиста, тоже подклад, как у жилеток, здесь такой толстый. Две расцветки, черный и оливковый. Дальше у нас идут кофты Сани в четырех расцветках. Красивый синий, молоко, беж и мокка. Подойдет для офисной работы, для прогулок, так что, в принципе, присмотритесь, и для маркетплейса, кстати, тоже хороший вариант, 1100 рублей, это оптовая цена. Следующая моделька, это лонгсливы у нас Патриция, 1250 рублей, оптовая цена. Интересный вырез у нас идет именно где плечо, две расцветки, это красивый графит и белый, 1250 рублей. Дальше идут у нас боди со стразами, без. Если без, то есть здесь такая же моделька, только идет без страз, то есть однотонная, очень ткань приятная, без страз, 1050 рублей, со стразами 1250 рублей. Хочу обратить ваше внимание, что здесь внизу не липучки, а именно кнопки. У нас все, в принципе, модельки с боди идут именно на кнопочках. Вот, ну, выше у нас висят лоу-сливы, кофты. Ну вот, хочу рассказать, кстати, про трендовые наши брюки Василиса, 1300 рублей оптовая цена, посмотрите, просто шикарные цвета, ткань жатка, кстати, именно данная расцветка у нас, у данной расцветки есть фотографии профессиональные, тоже можете ознакомиться в телеграм-канале, давайте поближе так покажем тогда нашим клиентам. Вот, следующая моделька также из ткани жатка, только со стразами, полностью на резинке, также по размерному ряду SML, стразы, естественно, не отлетают, потому что мы работаем на качество. Как сказала Оксана, мы являемся не только поставщиками, но и производителями, так что мы работаем только на качество. Здесь у нас брючки Айка в четырех расцветках, тоже классная моделька и для офиса, и, в принципе, для повседневной жизни. На резинке размерный ряд ML, 4 расцветки, 1100 оптовая цена. Так, вот, классные костюмы мы получили на днях, здесь у нас, я думаю, вы нигде не увидите данную модельку, в четырех расцветках идет жилетка с юбкой, прекрасный вариант для лета, для весны, здесь размерный ряд SM, M-очка, как бы, ну, на мне, наверное, будет S-ка на Оксане, 1500 рублей оптовая цена, 4 цвета, красивый серый, молочный, мокко и черный, это актуальная моделька именно для маркетплейса. Всю документацию предоставляем, как ранее сказала Оксана. Так что имейте в виду, пока в наличии. Так что ждем ваши брони. Дорогие наши, хочу вам показать очень классную модельку. Она у нас поступила только вчера. Выполнена она у нас шитье, хлопок, вискоза. Моделька идет при полной длине. Я мерила на себя. Прирост 170. Также сядет, как эта моделька. Оптовая цена на нее 1000 рублей. Универсальный размерчик 42-48. Ажур, шитье сейчас в тренде. Это сейчас очень крутая модель. Поэтому спешите, забирайте. Особенно, кто гонится по цене именно
для маркетплейса. Она выполнена в очень хорошем составе. Повторюсь еще раз, это хлопок вискоза. При ее стоимости это просто шикарнейшее для вас предложение, поэтому спешите, забирайте. Их осталось небольшое количество, но в индивидуальном порядке мы сможем для вас повторить, отшить, как только моделька у вас залетит на маркетплейсе. Она представлена у нас в 4 цветах. Здесь все базовые варианты. Бежевый, белый, черный и мока. Все цвета садятся просто шикарно. Оно идет по фигуре, корректирует, ничего нигде не просвечивается. Ажур хоть и выполнен полностью в рисунке, но белье, ну, не видно. А также у нас приехали уже всеми нашумевшие базовые модельки из мокрого шелка. Это моделька Ева. Она идет у нас универсального размерчика на бретелечках. Это базовый вариант. Его очень хорошо берут и на выпускные, и на праздники, и также на повседневку под ранее показанными нашими рубашками, которые идут из органзы. Оптовая цена на такую модельку 1500, она очень большой палитре цветов. Здесь 4 оттеночка: черный, серебро, графит, мока и белый. Садится просто шикарно, свободно, можно и под кеды, и под босоножки. Оптовая цена на нее 1500, выполнена она в мокром шелке. Есть также моделька, которая выполнена при полной длине. Сверху идет силуэт маечки, дальше моделька идет к низу расклешенная. Она у нас тоже представлена в 4 цветах, по качеству просто невероятная на ощупь. Здесь тоже имитация мокрого шелка, оптовая цена на такую модельку 1500 рублей, размерный ряд у нее SML. Также есть, очень хорошо подойдет моделька уже на праздники, на выпускные, здесь встроенные чашечки. Моделька идет у нас тоже в 4 цветах: молочный, черный и голубой. Она идет по размерам SML, очень красиво, нежно смотрится. У нас есть в рассылочке фото на моделях, мы обязательно прикрепим для вас, если вы визуально не можете оценить ее посадку. Оптовая цена на такую модельку 1900 рублей. Также у нас есть модели, которые открыты, отшиты в мокром шелке, но идут мини. Не все любят как бы макси. Есть, мы отшили для вас мини. Она идет по размерчикам SML. Здесь акцент идет в ремешке, выполнен в цепочке. Моделька достаточно красиво сидит. Также прикреплены у нас фото в телеграм-канале. Мы обязательно для вас их покажем. Также у нас есть модели мини классического кроя. Идут в стиле пиджака, выполнены золотыми пуговицами. В комплекте у них идет очень широкий ремешок, дополняет их образом в 2 цветах. Она у нас черная и бежевая. На мне еще приехало очень классное трикотажное платье. Это уже весенняя летняя коллекция в стиле боксерки. Здесь обрезаны рукава. При моем росте 107 сантиметров, длина идет почти полная. Она у нас приехала в большой палитре цветов. Оптовая цена на нее 1050 рублей. Очень хорошо подойдет для ребят, кто реализует товары на маркетплейсах. Здесь очень хороший состав хлопок вискоза. Она у нас представлена в 5 цветах. Как на мне: голубой, серый, черный, молочный и бежевый оттенок. Можно разнообразить их поясом, как мы это сделали. Они у нас тоже есть в продаже. Есть в кожаном варианте. Есть вот такого графитового с вставками серебра. Есть модельки, которые идут уже на бретелечках, выполнены в стиле резинки, очень хорошо садятся по фигурке, оптовая цена на нее 1150, это платье Руфи, у нее очень большая палитра цветов, вы можете заскринить просто саму модель платьев, уточнить у любого менеджера, они прикрепят для вас полную палитру. Там длина идет миди, также выполнена в хлопке с вискозов, но там немного другая пряжа идет. Также у нас приехали модельки, которые уже также идут весна-лето, выполнены хлопкой вискозе. Такая моделька у нас идет колокольчиком, полностью рабочие пуговички, закрытый рукав идет пола, оптовая цена на нее 1850, она идет 42-48. Также мы пошили модельку более свободного кроя, там идет 44-50, спокойно садится. Оптовая цена на такую модельку 1450. У обоих моделей очень большая палитра цветов. Мы покажем вам также, как сидит на модели. Там идет французская длина и у этой модели. Единственное, что их различает, это немножко
больше по размерчику тянется, но они идут оба универсального размера. Также из трикотажа у нас есть модели, которые пошиты в мини, она была в очень большой палитре цветов, оптовая цена на такую модельку 1600. Мы можем повторить для вас в индивидуальном порядке отшить. Сейчас она осталась только в бежевом, но она тоже сидит очень нежно, волшебно, ее можно и на офис, и на повседневочку. Очень рекомендую вам брать трикотажные изделия для работы с Marketplace, потому что это уменьшает вам возврат от клиента. Размер идет универсальный, и на каждую фигурку садится индивидуально. Дорогие наши, у нас опт идет от 5 штучек, он идет по минимальной цене, которую мы вам ранее озвучили. Также вы можете выкупать для себя через посредников по цене, которая указана с разбивкой упаковки. Как правило, она от опта отличается на 100-150-200 рублей. Это также у нас есть при каждом фоте в описании. Мы отправляем по всей России, странам СНГ, предоставляем полный пакет документов, оплату на расчетный счет, помощь на выход в маркетплейсах, предоставление нужной информации, блогеров, сертификации, маркировки, честный знак. Если вы только начинаете, переживаете, вы можете с нами связаться и по онлайн-связи. Мы всегда на работе, работаем с 8 до 18.00, иногда и больше, поэтому пишите, звоните, мы всегда на связи, рады вас видеть, компания Galore.